Турнир проводится в Глазове, Зеленогорске, Новоуральске, Заречном и Сарове. В каждом городе проходит 4 отборочных этапа. В этот раз саровчане соревновались в двух дисциплинах – подтягивании и отжимании на брусьях. Гостями атомного воркаута стали профессионалы из Москвы – Михаил Китаев, Наталья Малеева и Дмитрий Кузьмин. Всегда хочется привести в Саров ребят, которые действительно профессионалы своего дела, потому что хочется показать, насколько максимально этот вид спорта, а это уже вид спорта, позволяет вот развивать свое тело и действительно получать удовольствие от того, чем ты занимаешься. Спортсмены из команды «Мутант Клан» выступили судьями соревнований. Как расположить корпус, вытянуть руки и сколько может длиться передышка. Жюри объяснило участникам правильную технику выполнения упражнений. Мастера воркаута показали, каких впечатляющих результатов можно добиться, если усердно тренироваться и работать над собой. Участники делились на две категории – младшие и старшие. В турнирную таблицу шли результаты спортсменов старше 16 лет. Юные любители воркаута состязались вне зачета. За каждое подтягивание конкурсант получал 2 балла, за каждое отжимание на брусьях – 1. Роман совсем недавно увлекся воркаутом и решил поучаствовать в соревнованиях, чтобы продемонстрировать то, чего достиг. Сегодня пришел на этот стадион, чтобы попробовать себя, посмотреть на результаты и, вообще посмотреть, к чему стремиться. Хотел бы и со временем солнышко научиться делать. И там какие-то флипы. Победителем соревнований стал Олег Сугробов. У всех желающих еще есть шанс проверить свои силы. 11 августа пройдет 3-й этап атомного воркаута. Все победители отправятся на межгородской финал, который состоится в Удмуртском Глазове 7 сентября. Дарья Козина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.